Всем большой привет! Сегодня будем печь очень вкусный яблочный пирог. Теста в нем практически нет. Ощущение, будто пирог состоит только из яблок. Список всех ингредиентов будет, как всегда, в конце ролика, а также в описании под видео. Приятного просмотра! В миску разбиваем 4 яйца, добавляем 3 чайной ложки соли и взбиваем до появления пены. Затем подсыпаем 200 граммов сахара, 2 чайных ложечки ванильного сахара и продолжаем взбивать, пока пена не станет белой. Дальше вливаем 200 мл молока, 40 граммов растопленного сливочного масла, хорошо все перемешиваем и просеиваем полученную массу 160 граммов муки. Размешиваем до однородного состояния и даем тесту немного настояться. В это время подготавливаем 1 килограмм яблок. Удаляем из них семена. Очищаем от кожицы. А затем натираем на тонкие слайсы. Добавляем 20 мл лимонного сока, 1 чайную ложку корицы и хорошо перемешиваем. Возвращаемся к тесту. Высыпаем туда 2 чайных ложечки разрыхлителя, перемешиваем. Выливаем его в яблоки и тщательно мешаем, чтобы все дольки покрылись тестом. Теперь берем застеленную пергаментом, смазанную маслом и присыпанную мукой форму для запекания. Перекладываем туда яблочную массу, разравниваем и отправляем в нагретую до 180 градусов духовку. Выпекаем 40-50 минут в зависимости от диаметра формы. Чем меньше форма, тем выше пирог, тем дольше он будет пропекаться. Вот и все. Очень вкусный яблочный пирог готов. Извлекать из формы и нарезать его лучше после полного остывания. Перед подачей на стол пирог можно посыпать сахарной пудрой. Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.